Разноцветными красками засиял двор по адресу Судоремонтная, 26. Он стал уже 14-м в проекте «Яркий двор». На этот раз к нему присоединились волонтеры города детства и участники проекта «Вологда. Город профессионалов». Подробности смотрите далее. Зелеными, красными, синими и желтыми стали скамейки, горка и домики на детской площадке в микрорайоне Заречье. В этот раз благоустройство двора превратилось в настоящий праздник. Работая кисточками в такт веселой музыки, активисты вместе с жителями микрорайона быстро преобразили территорию до неузнаваемости. Вообще проект «Яркий двор» стартовал еще в прошлом году, но в этом году жители заметно активизировались в нашем городе, сами присылают заявки на то, чтобы покрасить детские площадки, которые находятся в домах, рядом с которыми они живут. Активисты проекта «Яркий двор» решили разнообразить свои акции. К основной работе по благоустройству площадок было решено добавить и развлечения для самых маленьких участников. С этой задачей отлично справились волонтеры города детства. Кроме того, краски и кисти на этот раз решили взять и представители проекта «Вологда. Город профессионалов». Вообще интересно, конечно, мне очень понравилась сама идея этого проекта. Вот когда я узнала, когда пригласили сделать для детей то место, где они ежедневно проводят время, где они гуляют, намного ярче, чтобы их сюда еще больше это привлекало. За 2 года участники проекта «Яркий двор» уже преобразили десятки дворов по всему городу. До конца лета в планах организаторов раскрасить еще около 10 детских площадок. Волокжане могут сами присоединиться к акции. Для этого необходимо оставить заявку в молодежном центре по адресу Советский проспект, 24. Юлия Савинцева, Михаил Прищев, Вологда Портал.